Здесь вот этот бугор был полненький, ну, аккуратный был бугор. Я его белила, все. Ну, вот что получается за зиму, что получается. Дом, видите, покосило. Здесь где-то, вот, значит, проходят вот эти коммунальные трубы, видимо, так, скорее всего, я понимаю. Потому что он сам вчера, представитель ТГК, признался. Он говорит, да, мы поменяли сальник, он бежал, и набежавшая вода вся ушла под дом. Но за зиму, вы представляете, сколько ушло воды у них, сколько потери. Фундамент от испарений отсырел, а бетон начал крошиться, показывают нам местные жительницы. Воюют с ТГК, они говорят, всю зиму. Началось все вот с этого колодца. Разбитый люк красуется в таком виде не одну зиму. Сейчас пойдут дожди, если до лета не сделают они. Все. Все, там опять все заржавеет, там опять ни один вентиль держать не будет. Лето пройдет, наступит зима, и опять такая же история. Вот этот колодец парит на протяжении 7 лет. Чуть дальше теплокамера, просто-напросто заваленная досками. А что, если упадет ребенок, беспокоятся женщины? Вот такими вот досками, и там и мусор, а он, там и, мусор и все на свете. Вот это вентиля, он стоят, видите, самые главные вентиля же стоят. Разве так можно хранить коммунальное вот это хозяйство? Досками вот так вот закрыто. Это на протяжении всех лет, которые мы здесь проживаем. Однако в ТГК утверждают, единственное обращение от жителей 502-го километра зафиксировано 26 февраля. И проблем не выявлено. Наши работники выехали на место, провели обследование, проводили диагностику акустическим томографом. Прибор показал, что сеть находится в исправном состоянии. Для убеждения мы производили земляные работы, вскрыли данный участок, проверили лотки на состояние. Состояние их удовлетворительное. Затем мы провели обследование всех тепловых камер близлежащих районов, произвели ревизию их. Соответственно, нигде сейчас на сегодняшний день тепловые камеры не парят, дом не затапливается. Отчего же парило всю зиму, пока так и остается загадкой. А вот разрушенный люк в ТГК обещали отремонтировать до 15 марта. Теплокамеру починить этим летом. Инесса Дандукова, Данил Друхисанов, Вячеслав Батоев. Новости дня.